Словосочетание «битва за урожай» еще совсем недавно было прочно забыто и оставлено где-то в советском прошлом. Но у природы свои планы. Если для горожан природные катаклизмы причинили лишь житейские неудобства, то для крестьян они вполне могли стать трагедией. На кону стояло экономическое выживание. Проезжая по области, можно заметить, как много полегло в полях пшеницы. Но были и те, кто выстоял перед ударами разыгравшейся бури. В народе говорится «мало да удал». Эти слова можно отнести к растению под названием «рыжик». Это, говоря сельскохозяйственным языком технической культуры, легче зерновых. Поэтому повалить стеблю ураганным ветру с дождем труднее. Это растение у меня за спиной как раз и есть тот самый озимый рыжик. Из него делают масло, которое применяется во многих салатах. Но также озимый рыжик используется в медицине и даже для приготовления биотоплива. Многие сельхозпроизводители в этом году отказались от выращивания рыжика. Боялись дождей, которые не дадут вовремя убрать масленичную культуру. Например, так поступили в Пензенской области. А вот в Радищевском районе рыжик растет, назло всем погодным невзгодам. Но не только за неприхотливость и устойчивость аграрии любят озимый рыжик. Эта культура нам приносит первые деньги. Мы уже в этом году 1000 тонн озимого рыжика продали по 17 700 рублей. Иными словами, первый 1 000 000 рублей в этом году хозяйство уже заработало. Рыжик здесь выращивается уже 10 лет. За это время культура принесла хозяйству больше 100 миллионов рублей. А вот затраты на выращивание большими никак не назовешь. Выгода налицо. Культура озимой рыжик довольно-таки неприхотливая. От него требуется 2 обработки инсектицидных малой авиации. И так как год нестандартный, много было осадков выпало в этом году, мы впервые за 5 лет выращивания этой культуры провели диссекацию. Неблагоприятные метеоусловия все же внесли свои 5 копеек. Уборка рыжика в этом году началась на 20 дней позже, чем обычно. Что Бог нас милует, что погоду хоть недели на 3, не имею, как тебе сказать, не было дождей. Вот это убрать рыжик, главное дело, ну, за него как дают хорошую цену, я как не знаю, по разговорам агронома. Мольба Александра Акулова понятна. За штурвалом управления комбайном он сидит без малого полвека. Начинал еще совсем пацаненком, в 13 лет. Комбайнером Александр Акулов работает только в страду, в остальное время он обычный шофер. Летний сезон – это самая горячая рабочая пора, потом можно будет и отдохнуть. Если у комбайнера страда только началась, то у животноводов она не заканчивается круглый год. В Троицком Сунгуре выращиванием коров занимается настоящий фанат своего дела – Марат Абозов. Фермер старается создать своим буренкам райские условия. Вот так должен выглядеть идеальный дом для коровы. Она должна делать всего 4 вещи – есть, жевать, телиться и лежать. Ну как тебе жилплощадь? Быков на ферме нет. Марат Абазов, по воззрениям современной науки, считает, что все болезни происходят от особей мужского пола. Но сердце женское не камень. Даже если это женщина – корова. Вот и тянулась тёлочка лобызнуть нашу съемочную бригаду, целиком состоящую из мужчин. Знает правильный подход к своим подопечным и Марат Абазов. В одно и то же время доить, правильно доить, в одно и то же время кормить, хорошо кормить. Ну вот и все, и много не нужно на самом деле. Чем меньше мы отнимем у коровы времени, тем больше она поддаст нам молока. Свою науку управлением поголовьем фермер называет не иначе, как менеджмент стада. У нас ведь когда-то еще в Советском Союзе, да и потом, привыкли, что доярка это, у нее есть своя группа коровки, она с мешком носит комбикорм. Это совершенно неправильный подход, и он в никуда ведет. Фермер считает, что у коровы должно быть как можно больше свободы. Когда захочет, приляжет отдохнуть. Когда захочет, придет на дойку. И никакого держания на привязи. Ну и, конечно же, относиться к животным с любовью. Куда от нее денешься? Данил Ноздряков, Руслан Баталов. Новости дня. Ульяновская правда. Радищевский, Новоспасский район.